Здорово. Привет, ребят, привет. Подключайтесь понемножку. Заглянул к вам, чтобы вы не забывали, что я есть. Здорово еще раз. И тебе, Валенка, здорово. Хай. Привет, док. Сейчас чуток вам расскажу, что да как. Я ненадолго к вам заглянул, потому что не очень бодро себя чувствую. Вот, очень плохо спал, практически не спал вообще. Вот, поэтому, наверное, сейчас я буду только есть и спать. Вот. Ну, короче, история примерно такая. Вчера вечером, как так случилось, непонятно, естественно, Агата. Ну, в общем, ситуация простая. Вчера вечером так почувствовал себя не очень хорошо. Даже днем, наверное. Вот так вечером прям совсем почувствовал слабость. Ну и размазало в итоге меня ночью совсем. Как положено все. Сопли, слезы, вся хуйня из глаз. Вот. Ну, я думаю, что восстановлюсь, в принципе, блядь. Это нормальная хуйня. Организм перестраивается и... Ну, такое бывает. Вот. Нюанс, наверное, только в том, что я пока не знаю, пойду ли я сегодня тренироваться или нет, потому что по плану сегодня должны были быть ноги. Ну вот. Не уверен, что стоит это делать в таком состоянии. Голова очень болит. Ну вот. Что вам еще рассказать? В принципе, из того, что нужно принять из препаратов, я принял. Пардон, свечку в жопу для иммунитета я вставил. Ну вот. Ну, посмотрим, как будет к вечеру. Пока, честно скажу, не особо бодр я. Вот. Если говорить о том, как идет процесс диеты, то, в принципе, вы, наверное, видите, что по суше становлюсь. Вот. В объемах, в принципе, насколько я вижу, не теряется ничего. Наоборот, даже скорее. Вот. Ну, а по качеству мускулатуры вы, в принципе, там, наверное, что-то видите все сами. Вот. Значит, я понимаю, что очень много залетных долбоебов у меня в трансляции, которые заходят по картинке и начинают кричать «химия, хуимия». Вот. Что там еще? Хуя, блядь, накачался и всякая такая. Ребят, идите нахуй отсюда, даже не заходите. Трансляция не для вас. У меня есть постоянные подписчики, с которыми я общаюсь. Все остальное для меня совершенно неинтересно, и я не работаю на количество. Вот. Значит, по жрачке. Вчера я, в принципе, загрузился довольно-таки хорошо, потому что чувствовал себя пустовато. Ну, видимо, на фоне того, что самочувствие ухудшилось, да. Загрузился, естественно, ничего того, что запрещено, я не ел. Вот. Загрузился просто в плане, я имею в виду риса хорошенько. Ну, вот. Еще несколько этих фруктовых пюре съел. Да, в принципе, и все. Все остальное был белок. Вот. Как-то так. Ну, давайте отвечу на какие-то адекватные вопросы, если здесь есть мои постоянные. Вот. Если постоянных нет, то, в принципе, наверное, тогда я пойду. Вот. Потому что вступать в дискуссии с дебилами, конечно, я не собираюсь. Лаврентий, привет. Я просто не знаю же, кто здесь, кто не здесь. Да, паленая фарма. Привези мне не паленую. Да не, ночью-то я, если честно, не собираюсь выходить, ребят. Хотелось бы все-таки ночью поспать. Значит, я не знаю, получится ли сейчас вам что-нибудь изобразить, но я не знаю, видно там, что не видно. Свет так еще падает, наверное, непонятно по мускулатуре, что происходит с улучшением, с качеством.
Видно что-нибудь вам? Можно что-нибудь разобрать? Я не знаю, пацаны. Ну, голень. Голень как голень, в принципе. Ноги. Ноги как-то вот так. Ну вот, это то, что мы имеем на данный момент. Ну, еще пока нет, но я думаю, что должно быть как надо все. Главное, блядь, сильно не болеть, да? Дальше больше. Да, я надеюсь, что да. Я очень постараюсь. Спину, тестостерон. Я показал вам спину, но просто как я это сделаю? Я даже не знаю, как это сделать, если честно. Ребят, наверное, давайте спину в другой трансляции. Сейчас, если честно... Да я же и про чудовище. Вот. Вот. Ну, короче, такие дела, братва. Что-то не очень сегодня настроение, если честно, блядь, в связи с тем, что я подприболел. Да, привет, Евгения. По самочувствию, Лаврентий, по самочувствию. Как вы там отслеживаете кого-то из других пацанов, кто готовится сейчас куда-нибудь? Что можете сказать по своему экспертному мнению? Так сказать, ваш подписчик, оцените. Я сплю на тараху, сплю, я сейчас буду весь день спать, видимо. Долер больше стал. Ну, долер немножко не моя категория. Мне не очень даже это интересно, если честно. Аскорбинку. Ну да, Евгения. Евангелие. Это работа над собой. Только за олимпийцами и немножко за мной, да? Я понял. Долер в мою категорию поднялся. Еще килограмм 20 и поднимется в мою категорию. Позабавил ты, конечно, позабавил от души. Долер в мою категорию. Реально даже смешно стало. Давайте так. Что там еще про долера? Есть вопросы какие-то? Ребят, давайте не будем сравнивать все-таки эту категорию lightweight, блядь, с категорией, блядь, не совсем lightweight, хорошо? А то как-то даже, если честно, несерьезно становится. Так что привет вашим маленьким легковесным друзьям. Я думаю, что им все-таки еще немного надо покачаться. Ладно, пацаны, давайте, пойду я лежать.
Люблю вас всех. Пока.